Всем привет, с вами я, Саша. Ну и какой же спортсмен любит мясо? И сегодня я буду делать отбивные. Из куриного филе. Ну, для этого нам понадобится само куриное филе. Специи по вкусу. Два яйца. Мука. Всякие приспособления. Молоток, вилка, ножик. Сковородка. И масло. Сначала нам надо положить все куриное филе, все мясо в специи. Перемешать руками. Перемешали. Теперь пускай мясо стоит, а мы пока перемешаем яйца, взболтаем, чтобы потом макать туда мясо. Достаточно. Теперь мы достаем по одному кусочку мяса и отбиваем молотком. Большой стороной, не маленькой, а большой. Переворачиваем. И отбиваем с другой стороны. Вот я отбил. Теперь мы ложим это в яйца. Пускай оно здесь обмакивается. А мы берем дальше. И отбиваем. В общем, сейчас я их отобью и вернусь. И пока я их буду отбивать, я включусь уже, когда сковородка разогреется. И мы будем уже ложить туда отбивные. Я отбил все отбивные, они сейчас лежат в яйце. Сейчас я их переложу в эту тарелку. С яйца достаю и ложу вот сюда. Все отбивные. Теперь нам нужна мука. С этой тарелочки мы переложим в муку. Пытаемся не рассыпать. Я с Винтус. Мне можно. И теперь мы ложим обратно в яйцо. Мы заливаем сюда масло. Открываем маслице. Заливаем маслице. Закрываем маслице. Ставим сковородку обратно. Обмакиваем опять яйце. И следующее. Сейчас я все обмакну в муке и вернусь. Раз мы обмакнули куриное филе в яйце и ложим на сковородку. Вторая. И третья. Ставим их на 10 минут и закрываем это крышкой. Сейчас вернусь. Делаем это на слабом огне. Сейчас их надо уже будет переворачивать. Снимаем крышечку.
Перевернули, теперь закрываем крышкой. И ждем. Наша первая партия отбивной готова. Мы ее снимаем и уложим на тарелочку. И последняя отбивная. Тоже ее уложим на тарелку. Теперь отставляем. И ставим под вторую партию отбивнушек. Ложим. Два. Три. Нет, не осталось. 4, 5, 6, 8. И здесь остались только яйца. Вот, можно еще. Так, убираем и закрываем крышечку. Теперь заворачиваем вторую партию. Снимаем крышечку. Теперь берем крышку и закрываем. Так. Давайте попробуем, что у нас получилось с отбивными. Так. Отрезаем. Получилось очень вкусно. А кто сейчас тоже кушает, всем приятного аппетита. На ком понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем до встречи. Пока-пока.